Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в Чувашии в результате ДТП. На трассе М7 Москва-Уфа столкнулись Volkswagen Multivan и фура. По основной версии, причина аварии – несоблюдение безопасной дистанции водителем Volkswagen. За рулем автомобиля сидел 29-летний житель Новочебоксарска. В результате ДТП его и четверых пассажиров микроавтобуса с различными травмами доставили в больницу. Двоих после оказания помощи отпустили домой. Среди пострадавших полуторагодовалая девочка из Мариэл и шестимесячный ребенок из Московской области. Как сообщили в УГИБДД МВД по Чувашии, ребенок постарше находился в детском удерживающем устройстве, но пристегнут не был. Обстоятельства ДТП устанавливаются, проверяется, также не осуществлял ли новочебоксарец незаконную перевозку пассажиров.